В ущелье Большой Ляхвы на высоте 1600 метров над уровнем моря расположено живописное селение Згубер. По некоторым данным, название Згубер с осетинского языка переводится как «укрепление с брешью», а ущелье называется Цалагум. Альпийская зона, поэтому красота природы захватывает дух. Когда-то село было густонаселенным, разделенным на три части. Згубирцы, как принято у горцев, занимались скотоводством и сыроварением. К сожалению, как и во многих других высокогорных селах, в Згубер осталось мало жителей. Нелегкие горные условия вынудили покинуть родовое гнездо. Одни подались на юг, а другие – на север Осетии. Цалагум бира, кемптан моцавынс, мастай бира каута хавы, цалагумма. Кугу хайзане кавы, цалагум дар кайсофти дис, амазы бира кемпта, зарагай кай базадысты. Абун нанахасу згубир гумел. Ма згубир гум каттар ртаса паргавай кунду дис, фалар такка усы каута юнак сарагдар налис, фала худонил кузура мацин игави истори, ма сафад на истори дар игави. Вырос ма базадуса нахас ма ирадам ма дар хаве, хахта расухтарасты хахта. Кайзаны кавкаты сард каттар зынаварту дис, ваттар я расух зынаданым бал наву дис. Ма ядам дар расух дудис, ядам дар зунчину дис, ядам дар игдаужину дис. Думан ма кавун адам ты сарды, манасы ма эстербисав зынад ди хур зынаттам, са сард лагафтав дис, нафас иват кама хуздару на. Хистар та кама занжин дару. Тихчин азнагу ер зур раварт дар згубир гуман. Иристоры кемфанды квазил айваттар назыма назы згубиры абондар совар и сивна каудар охамнест. Згубир надо увидеть, влюбиться в него и мечтать вернуться. Это красивое горное село расположено на стыке двух ущелий. Жили в нем очень трудолюбивые люди. Они держали скот, птицу, сеяли овес, рожь, выращивали овощи и даже фрукты. Летом собирали в лесу ягоды, целебные травы. То есть вели натуральное почти хозяйство. И вся пища и еда у них была натуральная. Были здоровые, очень трудолюбивые и работоспособные. Дихкане солуфт кау, ханекот кау, сагот кау, кауот в основном. Рызыз кайрияфтун, дунаймо солуфт ханекота бнаттун, ма биторта. Дун бнтун бнаттун, сарджетельну мотсавенс. Фала мазу солуфт кумай хуненс, ма мо солуфт хун кумадали из икот кум. Обундар офта хун икот кум. Унисон кане, бнайзы хазару халпта дар ма базадис дунабыл. Много именитых людей были выходцами из селения Згубер. Сказители, деятели культуры, писатели, революционеры. Фессагоди, каута революционеруди, иристунан. Кант сахима каджана фала иристуна дугардагай дар сагатай хусар ба фазура мафтадар. Гузаретай, елхотма, салухт габазма лиан чина зитта. Ахам ирон навудис. Маса зиттой сакур хун зинадай. Зиттой са зирцавга каудисты. Хаузы куттаджи. Масагурту и каттари тар истер куттакта, маус истер куттакта та, иристуны зарун сарды ара худысты, тучин тифида онканын, чизгма мина вартта мандарта, захр сарыл тух канын мандарта, бира хылтама бисав зинатта, маю ара хагурту и габазма леваны, валдайдарта леваны. Инер, инна куттаджи та, Габазуди, дисаджи, фандерзагда, кэждане, кавкисы фандерл.
Ама тенг арахшне хаст кутта, кан наистур заржа тама таурахтена фала нарты качетедар, нарты качетедар. Яли фаставдун сазанаг марола вартуи усы куттакта, хауду хазар вандагайу дис, фисаг надрамат урк салухты, салухты мухтардар. Ухтара нелапу амсары мельс, ви ватсаган ирисуны алкамандар зангунду, на культуре арцасты и галдар кушатайю. Ой, табу, табу рушт бауасила. Главное святилище закубирцев – Атынек-Дзуар. День его празднования приходится на август. Осетины считали, что Атынек – это граница между летом и осенью. К этому дню приурочивался выход на сенокос. Горцы строго соблюдают начало сенокоса, сопровождая его соответствующими обрядами. Почитают здесь до сих пор и тутор, в святилище которого приходят в первую неделю Великого Поста и просят сохранить скот в сохранности. Вокруг Згубір, там же жили горцы, и очень много святилищ и кувендонов. Они все на очень недоступных высоких местах. Поэтому ты себя там ощущаешь как-то вот в окружении святилищ. И самое главное святилище, Бурхох, смотрит на тебя днем и ночью. Смотрит и оберегает. Вот такое оно волшебное место, Згубір. Главная достопримечательность Згубіра – множество минеральных источников. Удивительно, как на таком маленьком клочке земли сосредоточено такое количество разнообразных минеральных вод, о целебных свойствах которых ходят легенды. Воду из минеральных источников использовали даже при замешивании теста вместо дрожжей. Выпечка получается необыкновенно воздушной. У них были минеральные воды, были и есть. А вокруг села их четыре разновидности. Больше всего они любили ту, которая к западу от села, если идти вдоль реки вниз по ущелью. Они на себе ощущали ее целебные свойства. Она всегда бывала в каждом доме. Ее пили, кроме того, делали из нее тесто. Старожилы и очень многие горожане помнят еще Николая Николаевича Шавлохова. Это отец Тамары Николаевны. Он родом из Згубір, очень любил это ущелье, эту деревню и приезжал туда каждое лето. Он проводил там свой отпуск, решил этот источник как-то облагородить. Закупил стройматериал, привез его и вместе с Карамом Шавлоховым и с сельчанами они построили бетонный навес и вывели воду из источника по трубе. Теперь сточные дождевые воды уже не мешались с этой целебной водой и стало гораздо легче ее набирать. Маю кухол мод нирсадус. Мене мазе тенг бире хофта сверта, хофта алгозат. Кем кудро савенс. Варта ю ребни сора, та ю казах бне сауи, варта стаюзет апенаг перстой махор дига сау. Хофта ма алгозун сверта. Ирнию мох гетал кастерта маю хистерта. Ми вакар кутту ю хайму козгема. Сума лапудала ребни сора ир бодов. Сума лапуварта картой сора ир бодов. Детта крем сора ир бодов. Хофта ю мол. Кеман ку дезерде дунто ма. Дар не удисте. Ну, хофта в радиусе где-то ю 600-700 метров. Мефилдер не удисте. Из узахахты гуртан, умыскомылдан, харафырттар, згубирок харафырттан, маказаны қауы, мен офта сеофазурын савид гүзлерсін зыттун, маса суатты валдайлар та. Ама осы сорма юди сажы миньяги иса бундар. Сас фэндіз рахар салы мен астфа вадма надар ягас сафы, надар яхус сафы. В конце 80-х годов этим минеральным источником заинтересовались наши южные соседи, которые хотели построить в селе завод по разливу минеральных вод. Однако вскоре последовали известные события, и план не удался. Застоял гурдяк-то, для кома все тройстой куй. Хисово-то нам и в данном аде. Мы заедем, мы на радио, мы кускадам, на факультунсту. Гурдяк,
сахи хома бокут тай куима вала ма ун бира сварта де сол сор дари сбой дари дуар тарон ди сварта чели оте дари сабу ту хисад ма ку ди вадар са свеча дар се ди сторца нам идай дар ди япония маздар орд ги фасайсеттан ерма ма визу ма сима бой бидан мама акут орд ги акут ма ку Бнатун сараговта, мы пени кама ораскуту, мосеттан, басидистан ба. Ходун квитту, мы сим бакуту, вар там сварта бир, мы сим свартан бакуту. Субай сор дарустан, вали як сидистан, мы субай сор ко аниста. Мы на хай дар морта субай. Вар чи ю вуди узар ула говта, не яд буту савди, ушу сид буту сам, я сари говта батан. Мы степастан, акура сидистан, уже ирманда акура сидистан. Он функцион ревертуема. А сама кстати система, ерн касается того, что закрыла сима талмоскана чуди. Вы манофта, а дун дам саунс мидартел, хсай мидартел дам саунс кахай. В середине 90-х годов, когда в Южную Осетию приезжало много иностранных гостей, в селение Згубер привезли одну из делегаций, среди которой были немецкие и польские ученые. Один немец из Виталима, поляк, а что кут там, Эдвард, там, конечно, коренец нахарен кут там, где-то, мы что в природу показываем. Мы урданку пошли, что мы квиту, они попробовали, нос года, ракуту, да. Потом, когда мы пришли в кабинет министерства, Потом нахоска нам, это кашу немцев Йофта, видом преступники. Мы это Ферсен переводчик знал, что он имеет в виду. И он сразу, а до этого они были на выбор машине. Понимаешь? Мы имели провод для родиста. Но он сразу, у вас там вот это золото изливается, выливается, ну, беда это же синоним, тогда прямо там в речку там, да? Но они даже охаметы, одесты, мы сборствуй от трассы, ушли мы шосуди, расстояние. Но мы это сеткуты там, или низина, или подъема, ждет это. Они по ходу сразу сеткуты. И инженер тоже не дуя. И вот они уже рассчитали, мы там, амдам же, найдам же, насуска. Понимаешь? Ничего, говорит, не нужно, просто, говорит, надо будет сделать маленький завод, как они выразились. Мадам, это мадам, та самая балласта, мадам, хоть на север, это в Россию, хоть там на юг, но они сказали почему-то Иран. Не Турция, а Иран. Целебные свойства этого минерального источника действительно уникальны. По словам местных жителей, они были свидетелями чудесных исцелений, а некоторым эта минеральная вода помогла самим. Мамодефед, от духом дыхался на Бирасарут, моя стагнис сохсло. Men jag bor nu fysmellan där nödvis. Jag med dem vannat här med ju ej. Jag bor ofta fysmellan nödvis med ju ej. Zonagel, kuffe svärtui. Katsul gubon ta ju med ju hem. Ofta ju ej svärtui hem med ju bolostui. Zonagel, med ju ej vannat svärtui. Men du akur i festen, jag kan ju ditt en zäkha med kofka kutto. Men models, de siv kisot jag tofta mig. Jag har dem ju bakutun. Men jag var just här när jag var där. Det då var jag där en tänkare. Så det var ordet en host och när det är så här. Alla där där jag var på host. Men ofta med vannat här kutt. Men då var jag här det svannat här kutt. Men vi fäste för sig att det var nöst och lite. Men man gick efter Nikolas röstet. Voilà. Så bara jag röjda. Middag kak så bara jag röjda. Men så ang. Sgubiru. Vartafau. Sgubiru karumba. Kaut karumba. اون بیره قوته بودی. محو دونهی ندرز یا ماشت دور تودی، ندرز یاورکت دور تودی، ندرز یاخ سر رستی، ندرز یه سر رستی. اون من محو دون یه اول در هم استی سوارت تا. من حاس سوار، حاس سوار تا منم هم یو سوگون، ما یو کت سوگون ما خیصاب دن. من یا آخ سر ریست. من ویسن خوسته فکوت تا در زواز قومن تو دیو در مسکوی و دیو در دالجره بایو دی رد توی رفست توی خوسته یه خوسته رو نخوست کنه یا یه گردن رو بست در حال سارید تا همون دیتا که از اخیمه که از اخی بنو دی وانا من وانا تارست و دی آفته کاوی بود نکاخ توی یه آدم مزکان ورد توی میفسه ورد توی واسین
якор мудиш, тасема 200 градусы, якор муди. Мы ухаем за вартой, кастай дами, мамада я кустом, мадам мамада зуби рагу. Мы дами я кастай баласту, мадам я иду водас, юфен таспан на райста, мадам я хазар мя кахи афордаки. Вардатты дами шар баласту, мадам я кахи афордаки. از جیم خیش است فیتون سلگوی مگه گالت فشل استوی مه قرضگه قرضگه فشل استوی مه استه افته یو دستبون فسادم شال در واناجه سیستم پالات کاسه ورتوی مه آجه بخی یه سوست افته جیم خیست. Не так давно наш соотечественник Владимир Босиков решил построить здесь, в селении Згубер, завод по разливу минеральной воды. После тщательно проведенных анализов и исследований, в результате которых выяснилось, что минеральная вода имеет уникальные целебные свойства, вода вышла в продажу под названием «Суар Згубер». Еще нет возможности похвастаться большими масштабами производства, но постепенно «Суар» приобретает популярность среди покупателей. Одну из лучших вод, наверное, одна из хороших вод – это Суар, который у нас находится в селении Згубер. Значит, по органолептическим свойствам, по химическому составу вода является слабощелочной гидрокарбонатной водой. Вот в нашем случае мы рекомендуем подобные воды, вот подобного состава воды, это больным заболеваниями желудочно-кишечного тракта, это эзофагиты. Что такое эзофагит? Это воспаление слизистой пищевода, желудка, 12-перстной кишки. Так как чаще всего причиной воспаления является повышенная кислотность, то данный состав воды нормализует кислотность, понижает кислотность, естественно, оказывает лечебное действие. Назначаем больным заболеваниями толстого кишечника, рекомендуем больным в послеоперационном периоде, после удаления желчного пузыря и так называемый постхолектомический синдром, когда длительное время существуют камни у пациентов, поздно оперируется и начинает страдать поджелудочная железа. И это, в принципе, проявление хронического панкреатита. И вот при хроническом панкреатите и при коликах желчных вод рекомендуют тоже данный состав воды. Можно его даже принимать в теплом виде. И это, в принципе, оказывает лечебное действие. Хорошая вода, нет там примесей вредных каких-то радиоактивных и тому подобное веществ. Это самое главное, я так считаю, в воде. Плюс нет в воде какого-либо бактериологического присутствия, например, там, или кишечное, или тому подобное. Вот это основные показатели, я считаю, воды, чтобы вода не приносила вред здоровью человека. Всегда ждут, чтобы она была нормальной. То, что в этом отношении, в этом плане, конечно, вода хорошая, малоизвестная, но благодаря вот ребятам, которые занимаются данной проблемой, и появился выбор. И это, в принципе, нормально. Сварокотлак, Буре бунтах сендаркане, на дуканит буре бунарах таркане, макезане каве надаме харзиагену. Ис дон хуматак дон нозене дон, ис дон адамен вдазы хушсиу. Ма бағиат суарым ранг, махан хенер, хускадам суар згубир кайфазандис, وی کازان قوه تخویل از قطلاگو هندر هاویون که با سوای وده خاطس هم ساردی هم سرجتهی هم روخسی هم زملدی هم قلب آیندر ما اگر استمه بیر تهیر سردگو نولفن بنا توس زاودار و آلوارستر رافزرستوی من فندزاقن منه زغوبیر میدگه کشه زاود سارستوی بوسیکو ووا یدن مینرالون دون هم مخمر باشه دیس نو راگه یه زودوش لپوی من افت از ملک گو لپو کوسن تید دفنده من فنده دی دون دام کتام سارو زنه یدن مخد زخت من اون کامیده ده کوشته زخت آشو فیز راف زارده خد اگه مخد فیلن کتام بنده راشو باش کتا بیره رد تودی ستنگ بیره رد تودی ودی والا کدار گوم اوش توال گوم ودیس هنگر تا آخاست اوچ آنالیز منالیز زنار لپ تنگ شما این آنالیزی سایی من افستاگ من کشه دونه این رو خواست توی من چی ده تا در زخت و قوادم در زخت توی مادم سبایی کومه که باشه تا مونجا اخ صورت دهی
Он поработал. Просто так ничего обычно не делается. И анализ сороста, если бы, допустим, анализы были плохие или как-то не соответствующие требованиям санитарным, потом много на факультет. Но когда и в Пятигорске, и во всех этих кандидаты сказали, что да, я думаю, а почему нельзя этим заниматься? Кто-то же должен заниматься. Вода-то была доступна на месте, но для жителей города она была недоступна. А теперь, когда есть цех, ее можно покупать в городе и пить круглый год. Она полезная, она лечебная. И очень многие говорят, что для пищеварения она лучше, чем какое-либо лекарство. Мне кажется, этим надо воспользоваться. Зачем пить лекарство? Лучше пить воду с Робер-Суар. Она и вкусная, и полезная. И доступная, мне кажется, по цене. И хочется, конечно, сказать и о самом Владимире Пусикове. Обычно в деревнях не любят чужаков. На них смотрят как-то, знаете, искоса. Потому что чаще всего чужаки приходят что-то урвать, что-то отхватить, взамен ничего не возвращая. Вова совсем другой. Здесь другой случай. Он сразу стал зубирцем, он сразу стал своим. Потому что это добрый, порядочный человек, очень отзывчивый, очень надежный. Он дружит с теми, кто еще там живет. То сахар кому-то привезет, то муку привезет, кого-то в город отвезет, кого-то из города привезет. А для сельчан это очень доброе и большое дело. Хахпасты Оле Фазилтер, Тахсакав, Мазавжирцинотхав, Мазатухав. Масла Путана, Фастор, Стусы, Коттактай, Розундиса, Маса Тахсинотхав, Взрцинотхав. Ho kumbaste zmelakunao, wa dum kumbaste noli zarako, zaraka odom ruvosuldar, irun bisu, nofta bozodis. Mama zubir der, tos bozodis, vertama zareta bozodis, sardema bosanus kutartitema. Ta usarista, nu olden, horza zonima za duwe un kusins. Rigun laputes, rigun nofta sateka takastisma, o, mam duwe zmelen samvajins. Дальнейшее развитие производства минеральной воды может еще и поспособствовать развитию туризма. Это благодатное место для отдыха в любое время года. Нам посчастливилось здесь быть зимой. Стоит ли говорить о том детском восторге, который мы испытывали, увидев эту сказочную красоту? کوزاغ لپو که او من استاد که بانتش جنیس خورجین آدم من آدم که خوش کن جنیس من یه دونه وی می‌برده استاد چوشران خخته پریوال تایس توریسم انجام تختچه خورزو در اون دمر کاست که بعد آدم رز دختشته بیره چی دختچه رز دختشته نمادر باشه ام باید انجش سا این کردن چی سا او کردن تن کردن چی فوسرم خوسرم بل رمبرت کنم باید انجش متوجه دارن там очень спокойно можно сделать типа зону отдыха базу отдыха донжи есть да Рухстис. Кстати, там еще можно сделать даже, я делал для находку там, типа этнографического характера уже в деревню, да. Я двумя руками был за, я начальник Фазайдар, двумя руками и сейчас за, и двумя руками буду за, если там еще к этому производству добавится вот что-то такое, куда туристы будут сворачивать. Вова к тому же еще принимает летом школьников из города. И организуют им там экскурсии. Да, были дети из шестой школы, были дети из школы-интерната. Да и своих детей и племянников он все время водит по этим окрестностям и показывает им эти живописные, полные исторических памятников ущелья. У Вовы много очень идей, и хотелось бы ему пожелать удачи и воплощения их в жизнь. От всей души хочется пожелать Владимиру Босикову успешного воплощения всех желаний. Надеемся, что в скором времени минеральная вода Суар Звубер будет вывезена далеко за пределы Южной Осетии и станет еще одним достойным брендом на мировом рынке.